Приехали? Ну, привет. Молодцы. А я уж думал. Thank you.
сами человека. Да? Слушай, пошел ты вместе с ним. Если бы не он за тебя тогда вступился, скажи ему спасибо. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Нет, добавь двое, забирай. Шесть. За шляпу и пальто беру вместе. Шляпу и пальто шесть. Ну, ладно, давай. Черт с тобой. Для хорошего человека ничего не жалко. Держи. Руф. Вот. А? Пальтецо. Ты что, лучше ничего не мог найти? Да ты что, посмотри, оно же как новое. Ну да, новое. А шляпа? Ну вот. Ты говорил, не любил никого. Правду сказала, верни, никогда не обманут. Понял? Никогда. А толстый где? Да вон судьбу гадает. Он что, обалдел? Иди позови. Пора сматываться. А чего на ночь ты глядел? Смотри, весело как, вон жратвы навалом. Может, погуляем, а? Какая у тебя жизнь? Ты еще и не родился, считай. А вот тебе, красавчик, я погадаю. Хочешь, всю правду скажу? Как было, скажу. Не веришь? Дай руку. Дай сюда руку, не бойся. Скажу, что сам про себя не знаешь. Что ты можешь мне рассказать такого, чего бы я сам о себе не знал? Не хочешь по руке, я по глазам скажу. Все по глазам.
Я полагаю, что я смогу тебе объяснить про тебя самого. Объяснить то, что ты сам про себя не знаешь. Я никого не просил. Не надо мне ничего объяснять. Сам знаю, что делаю. Глядите вдоль, не стесняйтесь. Ты, Руфус, и так натворил в жизни немало бед. Я думаю, у тебя пропадет тяга к твоим выходкам, когда ты узнаешь, что тебя толкает на них. Вот что, Руфус, я договорился. Тебя отпускать со мной. У нас с тобой будет много времени, чтобы обсудить все это. Видишь, это все не так сложно. Думаю, ты поймешь меня. Я постараюсь объяснить тебе. Почему ты так себя ведешь? И чем вызваны твои... Это сатана. Я у него в когтях. Галиматья какая-то. Толковый малый мог бы придумать что-нибудь и получше. Дьявол, когти, сатана. Так что, ты не передумал? Может, все-таки примеришь? Но я же сказал, мне не требуется новый ботинок. Надо будет, сам соображу. Я думал, ты взрослее будешь. Значит, ошиблись. Вам это не впервой. Ладно, Руфус. Я думаю, что со временем найду объяснение твоему объяснению. Ну, какого дьявола ты в когтях? Ну, конечно. День, миссис Холм. Здравствуйте, мистер Фрэнс. Я приготовила все, как вы просили. Спасибо, очень любезно. Спасибо, миссис Холм. Да работайте. Мы всегда вам рады, мистер Фрэнс. Таких покупателей, как вы, немного. Еще раз спасибо. Вы запишите, как обычно. Мы всегда вам рады. Всего доброго. Ты уже совсем взрослый. Тебе 10 лет. Пора научиться думать не только о себе. Ты слышишь, что я с тобой разговариваю? Да, папа. Ну, что ты встал? Что ты? Перестань жевать, когда я к тебе обращаюсь. Ты должен относиться к нему как к брату. Он всю жизнь прожил в хибаре. Нет ни света, ни воды. Кошмар какой-то. Мать сидит в тюрьме. Дед бьет его каждый день. Отец неизвестно кто. Представляешь, что это за жизнь? А может быть, его не выпустят? Как тебе не стыдно? У тебя все в порядке, все есть. Тебя никто не дерет. Твоя мать не сидит в тюрьме. Да, если бы она в тюрьме,
Я бы ее на висячку. Успокойся, перестань. Перестань. Ты ведь уже взрослый. Стыдно. Думаешь, мне не одиноко? Ну, я же не кисну. Надо что-то делать, помогать людям. Ну, все, все, давай. Успокойся. Давай, вытри нос. Я пойду поторплю Руфуса. Что-то он там завозился. Стой здесь, я быстро. Там хозяин тебя уже заждался, наверное. Давай быстрее. Господи, какой ленивый мальчик. Шагайте, шагайте, чего растянулись? Давай быстрее. Ну, поторапливайтесь. Добрый день. Голдеж прекратить. Томпсон, зайдешь ко мне в кабинет. Вот, смотрите, хромого отпустили. Ну, хватит голдеть. Проходи быстрее. Добрый день. Добрый день. Что, отпустили? Да нет, я договорился. Это под мою ответственность. Вижу, что познакомились. Вот и отлично. Папа, он у меня яблоко взял и хотел. Рух, я ведь говорил, что мне без тебя не обойтись. Он абсолютно не понимает, что такое делиться. Он сказал, что ты бестолочь, звонарь, что у тебя рожа бессмысленная. Замолчи и перестань ябедничать. Собирай лучше вещи. Мне абсолютно неинтересно, что он про меня говорил. Мне не важно, что он про меня думает. Мне важно, что он поможет сделать из тебя человека. Правда, Руф? Ты ведь не откажешься мне помочь? Кстати, забери у него сумку. Ты ведь понимаешь, что ему будет тяжело идти? Слушай, малявка, он Иисуса Христа из себя корчит. Ну, пошла. Ну, давай. Привет. Привет. Ага. Как договорились? На, держи. Давай. Где тебя носит? Еще раз это повторится, вылетишь как пробка из бутылки. Подожди, хлеб забыл. И не забудь передать записку миссис Фокс. Тебя, конечно, это не интересует. Ну, скажи что-нибудь. Живет в самой глуши. Кстати, в этом году он увлекся астрономией. Заказал себе журналы и книги. А еще установил телескоп. Это в его-то годы. Что не говоря, 80 лет – это возраст. Да. Добрый день. Что вручную? Привет, Сэм. Все возишься с этой колымагой. Здравствуйте, мистер Шеф. А я смотрю, в город собрались опять. Да вот, Нортона веду где-то. Давно собирался его с собой взять. Только дорога там, сам знаешь, боялся. Ну, он уж совсем взрослый. Теперь-то можно с ним ходить в горы. Думаю, ему понравится. Дед там целую обсерваторию устроил, даже телескоп установил.
представляете, большие. Здравствуйте, мистер Шепард. Добрый день, миссис Холл. Мой заказ готов? Да, мистер Шепард, все готово. Хватит валять дурака. Вот вместо того, чтобы путаться у отца под ногами, ступай лучше, принеси заказ мистера Шепарда. Оставь ребенка в покое, сама принеси. Может быть, вам помочь? Нет, подождите, я сама. Руфус, ну что ты сел? Идем. Протащи, говорит, почему я не могу сейчас протащить? Спасибо, миссис Холл, спасибо. Да, вам рад. Пошли. Пройди. Ну что, ребята, едой мы запаслись. Теперь главное, чтобы погода не испортилась. Так, на чем я остановился? А, дед там устроил настоящую обсерваторию. Место отличное. Ты представляешь, что с ночью, когда нет облаков, звезды как на ладони. Ну, а как пользоваться телескопом, я вас научу. Обязательно. Ставь сюда. С тех пор он там и живет. Ты все сам увидишь, тебе понравится. Ладно, хуже терпели. Привет, Джордж. Здравствуйте, мистер Шепард. Отличная погода сегодня. Далеко собрались? Да нет, Нортон, давай догоняй. Вот решил тестя навестить. Год уже почти не был. Он ведь старик совсем. Нортон сколько просился. Да маленький был, боялся. Трудно ведь туда дорога. Да, мистер Тернер наверняка обрадуется. Он поди вообще не видел внука. А этот парень? Его что, уже выпустили? Да нет, я договорился под свою ответственность. Хочу попытаться помочь ему стать человеком. Ну-ну. Глядите, мистер Шепард, как бы он что ни натворил, он у нас давно в тюрьме. Да он вроде не дурак, сам понимает, где чем намазано. Ладно, Джордж, пойду догонять. Счастливого тебе дежурства. Удачи вам, мистер Шепард. И передавайте привет вашему тестю. Думаешь, захотел и все? Нет, друг, так в жизни не бывает. Ты думаешь, так просто добиться чего хочешь? Я хочу сказать, что с твоей ногой, если ты приложишь усилия, труд, терпение, да-да, главное терпение, ты можешь добиться всего, чего хочешь. Ты можешь стать ученым, инженером, архитектором, адвокатом, всем, кем захочешь. И таких примеров тысячи. Все зависит только от твоего желания. Вот возьми пример у меня. А ты только кажется, что я ничего не добился. А ведь я достиг всего, чего хотел. Заметь, без всякой посторонней помощи. Абсолютно. Зато я теперь могу помочь любому. Вот тебе, например. Я тебе помогу, а могу стать человеком. Слышишь, Руфус? Ну что вы там? Устали? Давайте побыстрее. Послушай, Руфус, главное, что мы будем помогать друг другу. Ты поможешь мне, я помогу тебе. Вместе мы поможем Нортону. Верно, сынок? Нортон! Куда он делся? Черт. Слушай, Руфус, ты не видел, куда он делся? Я к вашему сыночку в стороже не занимался. Сами за ним смотрите. Руфус, подожди, ты посиди здесь, на ступеньках, а я быстро. Я сейчас. Ты посиди здесь. Черт. Я вернусь сейчас. Бегите, бегите. Вам полезно. Жир растрясете, помощничек. Нортон, ну что ты здесь делаешь? Я бегаю, ору как сумасшедший. Пап, тихо. Ты его испугаешь. Видишь, как волнует? Ты что, идиот? Встань сейчас же. Брось его.
Я к тебе обращаюсь или к стенке? Да, папа. Ну что ты к нему прилип? Нас там Руфус ждет. Ты же сам рассказывал про коллекцию. Какая к черту коллекция? Что ты мелешь? Ну это, которую дед собирает. Ты же говорил. Я как увидел его. Ну давай, давай. Мы его деду подарили. Да, папа? Кажется, дождь начинается. Забирай жука и пойдем. Быстренько. А то мы с твоим подарком промокнем насквозь. Проголодались, поди. На, передай курс. Держи аккуратнее. Ну что? Вкусно. Такого на помойке не найдешь, а, Руфус? Представляешь, Нортон, Руфусу приходилось искать еду на помойке, копаться в мусоре, чтобы найти себе что-то и не умереть с голода. Руфус, ты что? Ты что, обиделся? Ладно, это ведь было в прошлом. Теперь у тебя все есть. Все зависит только от тебя самого. Ну, хватит дуться-то. Ладно, ладно. Я виноват, прости меня. Ладно, забудь, а, Руфус? Ты просто еще пока. Вот вырастешь и все поймешь сам. Ладно, я так и быть, забуду. А вы-то пополните. Ну все, все, мир. Давайте устраиваться спать. Нортон, тут должны были быть ботинки. Ты не видел? Нет, папа. Черт, вы даже не могли деться. Не знаю. А я их выкину, пока вас здесь не было. Пока вы бегали за своими. Интересно, а чем же тебе ботинки-то не угодили? А тем, что они мне не нужны, я же сказал. Это еще почему? Потому что мне не нужны ваши подачки. Видно, мало у тебя что-то не с ногой, а с головой не в порядке. Ладно. Спите. Ну чего уставились? Сказано спать, ну и катись. Надо же, такая же бессмысленная роза. Корчит из себя. Труха, звон один. Ничего не труха. Он хороший, он хочет всем помочь. Хороший? Ничего не хороший. Он неправильный человек. Под ноги смотрите, осторожней. Раньше этот путь мог за день пройти, а теперь... Ну ничего, мы уже почти пришли. Вот смотри, отсюда дом виден. Да не там, правее, вон он. Ну что, Руфус, может, отдохнем перед подъемом? Вам надо, вы отдыхайте. Дороги не одно тысячелетие. Здесь когда-то были поселения индейцев. Тут недалеко уже нам. Сейчас дойдем до кладбища, а там рукой подать. Надеюсь, ты не боишься покойников, а? Руфус. Папа, может, не надо. Пойдем лучше другую дорогу. А чего их бояться? Пап, ну, пап, может, не пойдем на кладбище? Чего его обходить-то?
Тут идти-то всего ничего осталось. Ну, посмотри, Руф не боится же. А чего бояться-то? Труха одна, гниль. Ты что, Руфус, так о покойниках не говорят. А чего покойники? Кости в земле. От них никакого вреда не может быть. А души мертвых в аду или на небесах. Какие души? Что за ерунду ты несешь, а? Совсем не ерунда. В Писании сказано. И зайдут ангелы и отделят злых от праведных. И вернут их в гиену огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Ну и каша у тебя в голове. Кто сегодня поверит в эти сказки, а? Кто говорит, что ада нет, тот перечит слово Христа. Мертвых судят, а грешников проклятие ждет. Папа, она там? Ее там мучают? Ее там жгут? Господи, да нет же. Просто твоей мамы нет больше. Никто ее не мучает. Она продолжает жить в тебе, в других. Надо быть добрым и хорошим, как она. Руф, Руф, она там? Она там горит? Если грешница, то да. Что ты ерунду-то несешь? Никакой она грешницы не была. Хватит об этом. В Иисуса Христа она верила? Да, верила. Еще как верила. Что ты лжешь? Ни в кого она не верила. Я сам слышал, как она говорила. Значит, ее ждет спасение. Руф, Руф, подожди. Где? Где ждет? В горных высях. А где? Где это? На небесах где-то. Все, хватит болтать ерунду. Человек уже столько лет летает по воздуху. Скоро, глядишь, и в космос полетит. Нортон, ты что, не понимаешь, что он тебя пудрит мозги? Давайте, шевелитесь, не отставайте. Руф, а когда я умру, я попаду в ад или туда, где она? Умер бы сейчас, попал бы к ней. А поживешь подольше, угодишь в ад. Я сказал, хватит болтать. Я тебе, старик, все потом растолкну. Здесь был старый форт. В доме, в котором сейчас живет дед, говорят, останавливался сам генерал Шерман со своим штабом. Так что это место историческое. Вот если бы ты был ученым... Мне плевать, историческое, не историческое. Мне своих историй хватает. Лучше бы о себе позаботились. Oh!
Ничего не поделаешь. Видно, судьба такая. Хороший был старик. Ну, чего уж ты. Мой дед тоже недавно подох. Бог дал, Бог взял. Ну что ж, раз пришли, давайте устраиваться. Представляешь, Руф, это был его кабинет. Здесь он мог работать сутками. Да, господи, временами мне казался ненормальным. Не ест, не спит. Был бы крепкий кофе да табак. Зато точно когда... ненормальный. Я, например, не могу терпеть запах табачного дыма. Молодец, это дурная привычка. Когда Колумб привез табак в Европу... Ничего не привычка. Это соблазн дьявольского искушения. Вы в когтях у дьявола. Точно вам говорю? Плюньте 3 раза через левое плечо и перекреститесь. Папа, а мы этот стол починим? Думаю, что да. Осторожно, держи. Вот так. Папа, а где мы возьмем молоток и гвозди? Эту же ножку надо прибивать. У него где-то здесь должен быть инструмент. Сейчас пойду посмотрю. А там видно будет. Смотри, что я нашел. Это коллекция, о которой ты говорил. Что ты там нашел? Жука, я точно такого же поймал. Помнишь? Ну, хорошо, хорошо. Только не разбей ничего, я прошу тебя. Дед очень расстроится. Я хотел сказать, его бы это очень огорчило. Он дорожил своей коллекцией. Слушай, малявка, иди сюда. Я тебе что-то почитаю. Нортон, ты что, не слышишь? Тебя Руф зовет. Нортон! Да, папа. Да иди сюда, не бойся, я тебе почитаю. А вот, смотри сюда. Ладно, вы осваивайтесь здесь, а я пойду посмотрю, что можно будет придумать на ужин. И не бойтесь убивающих тела, души же, не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две или малые птицы предаются за осаду, ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же волосы не боятся со стены.
И вот смотри дальше. А, вот здесь. Иисус призвал дитя, поставил его среди них и сказал... Руф Нортон, здесь грязно, будем ужинать во дворе. Давайте, помогите мне. Хорошо, папа. Шевелитесь, шевелитесь. Мы сейчас придем. Иисус призвал дитя, поставил его среди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Понял, старик? Руф, принеси там на комоде чайник остался. Ну что, Нортон, я вижу, ты взрослеешь на глазах, начинаешь кое-что понимать. Я доволен тобой. Я вижу, что вы нашли общий язык. Да, папа, он мне объясняет. Я хотел сказать, он читает со мной. Это хорошо, он толковый малый. Я думаю, ты поймешь и поможешь мне. Понимаешь, Нортон, мы с тобой обязательно должны ему помочь. Я ведь тебе говорил. Сейчас очень трудно. Он ведь не привык к нормальной жизни. Вот ты и постарайся с ним подружиться. Постарайся увлечь его чем-нибудь. Да и тебе самому это не помешает. Кстати, вечером обязательно наладим телескоп. Я вам покажу, как он действует. Слушай, мы с тобой хлеб забыли. Сбегай, принеси, он там у меня в сумке. Найдешь? Да, папа. Руф говорит, что мама... Давай, давай, беги. Заодно поторопи его, что-то он там завозился. Пора ужинать. Потом я покажу, как пользоваться телескопом. Давай, беги. Что он говорил? Я тебе говорил, он бестолочь. Это она? А ну не смей трогать мамину фотографию и моих оловянных солдатиков. Положи на место сейчас же. Отдай, отдай, дай сюда. И не смей трогать, это мои вещи. Это мои солдатики. Дай сюда, дай. И не хапай с вами погаными лапами. Это она мне их подарила. Она, дай, дай сюда. Она умерла, умерла. А я не боюсь трогать то, что остается от покойника. Дай сюда. Ну ладно, ладно, на, держи. Я тебе еще устрою с ней встречу. Руф, это правда? Я смогу с ней еще встретиться? Да? Ты не врешь? Вот еще. С чего мне тебя обманывать?
Вам чертовски повезло, ребята. В ваши годы я о подобном даже не мог и мечтать. Ну что, Нортон, нашел Сириус? Вы просто не понимаете, как это здорово. Стать тем, кем ты захочешь. Полететь к звездам. Побывать на Луне. Стать звездолетчиком. Первопроходцем космоса. Первопроходимцем. Руф, она там? Там? Я смогу до нее долететь? Я же тебе объяснял. Живым на небо не добраться. А вот когда человек умирает, только для этого нужно быть праведным и верить в Иисуса Христа. Я хоть и верую, попаду в ад. Слишком много у меня грехов. Ну что ж, видно. А раз видно, то рано или поздно до нее можно будет добраться. А вот точных сведений про ад на сегодняшний день не имеется. В Библии имеется. Если туда попадешь, то будешь гореть вечным пламенем. И царствует там сатана. Тебе не надоело нести эту чушь? Ладно, на сегодня хватит. Ну, папочка, ну еще чуть-чуть. Я сказал, хватит. Ну, папочка, ну еще чуть-чуть. Я сказал, хватит на сегодня. Пора пить чай и укладываться спать. Ты ищи, старик, ищи как следует. Обязательно найдешь. Руф, Нортон! Нортон, что ты там возишься? Руф, чай совсем остынет. Садись за стол. Нортон, ты слышишь, что я тебя зову? Да, папа, иду. Значит, плохо искал. Ничего не плохо, я изо всех сил старался. Это значит потому, что у тебя нет веры. Сказано в Писании. Кто будет иметь веру хотя бы в горчичное зерно, тот может горы сдвинуть. Вот сейчас я тебе найду это место. Вот оно. Иисус сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру хотя бы в горчичное зерно, и не усомнитесь. Чего там такое читаете? Священное Писание. Да, папа, Священное Писание. Тут про Царство Небесное, где мамочка, все написано. Да, Руф, надо только покаяться. Прекрати болтать чепуху. Положите книжку и ешьте. Руф, ты покайся, а то зачем тебе в ад? Уж если я покаюсь, то стану проповедником. Если я чего захочу... Положи Библию. Ты цепляешься за нее, чтобы было за что прятаться. Это книга для малодушных. Для тех, кому своим умом страшно дойти до всего. Дай сюда. Не веришь ты этой книжице. Сам знаешь, что не веришь. Верю, верю. Почему вы знаете, во что я верю, во что нет? У тебя слишком хорошо работает башка, чтобы верить в эти сказки. Ничего не слишком. Много вы понимаете, что вы вообще знаете. Здесь все правда, чистая правда. И все же не веришь, если бы верил. Верю, верю. Глядите, как я верю. Прекрати. Прекрати сейчас же и выйди из-за стола. Съел, съел, как языки, и было на нас устал сладкий топлёк. Вон отсюда! Съел, съел, подобные языки, и не надо мне больше после этого вашей пищи, ни сейчас, ни во веки веков. Вон отсюда, уходи вон! Я-то уйду, уйду, а ты Иисус самозваный, да чем тут быть, я лучше в тюряге сдохну, спасите! Себя спасай, себя меня Христос спасет! Христос, а не ты, трепло, нехрист, царство небесное, прямые мне тут первыми, понял? У вежливых созовут на пир, ибо их есть Царство Небесное. Папа, куда это? Папа, можно я пойду посмотрю в телескоп? Thank you.
Нортон, ты что? Ты что, не ложишься? Я тебе что сказал, Нортон? Тише, папа, я ее нашел. Кого нашел? Мамочку, иди посмотри. Нортон, то, что ты видишь, это скопление звезд. И ничего больше. Хватит на сегодня, иди спать. Да нет же, вон она мне машет, машет. Иди посмотри. Чтоб через 15 минут был в кровати. Ты слышишь, я не шучу. Через 15 минут зайду и проверю.
Лойд! Лойд! Ты слышишь меня? Джонни! Джун! Вернитесь сейчас же! Майк, ты что там застрял? Ты собираешься отсюда ехать или нет? Дети! Джонни, вернитесь немедленно! Майк, ты можешь им что-нибудь сказать или нет? Что ж ты так раскричалась, дорогая? Ты же знаешь, что... Господи, знаю. Тысячу раз просил не называть меня дорогой. Терпеть не могу вашего сисюканья. Лучше бы вы сказали своему сыночку, что надо поторопиться. Джон! Джон! Ну куда вы полезли? Ну что, совсем что ли обалдели? Немедленно вылезайте оттуда! Вы сейчас же не сядете в машину, я вас оставлю здесь. Так, я даю вам ровно минуту. Потом пеняйте на себя. Мам, ну еще немножко, ну пожалуйста. Мама, ну одну минутку. Ну пожалуйста. Никаких немножко. Немедленно машина. Вот оно, ваше воспитание. Мам, мне потело испачкал. А ты не я. Прекратите безобразничать. Садитесь в машину. Иначе мы сейчас домой едем. Папа, давай, что я надоела здесь. Потом не стыдно, молодой. Пусти, я первая. Уйди, не толкаешь, я первая. Это же настоящий райский уголок. Обычный пошли свалку. Что? В мое время дети больше уважали свой штат, своих родителей. И вообще все. И люди тогда жили так, как полагается. Нет. Ты посмотри, какая красота кругом. Сюда непременно надо будет приехать еще раз как-нибудь. Слышишь, отпусти, сынок? Отпусти, пап, поехали отсюда скорей. Говорила, вон она, как стоял, так и стоит, красавица. Кончай ныть, сейчас заведем это корыто рванем. Смотрите, а чё? Зараза, не откручивается, а? Толстый, ну чего встал, как пень? Ключи дай. Где, где? Под сиденьем посмотри. Ну, чего возишь-то? Ну? Здесь нет. Под задним сиденьем. Ну, я пришел. Что же вы молчите, мистер Шепард? А? Не слышу. Вы, кажется, хотели мне что-то объяснить, а? Господи, какая бессмысленная рожа. А я ведь вас предупреждал. Кто перечит слову Христа, того ждет гиенна огненная, плач и скрежет зубов. Иисус ведь не зря сказал, кто исповедует меня, я исповедую перед ангелами Божиими, а кто отвергнется меня перед человеками,
тот отвержен будет. Так что не нуждаюсь я в вашей помощи. Я же вам говорил. Себя спасайте. О себе беспокойтесь. А меня Христос спасет. Ясно? Вы и тогда, не бельмеса, этого не понимали. А сейчас и подавно. Кстати, простите, что надоедаю. Сыночек-то ваш где? А? Не слышу. Небось, к звездам улетел, как вы хотели. Верно. Вот и ладно. Оправдал, так сказать, надежды. Поздравляю. А я вот так и не стал проповедником. Хотя и по дорогам вроде ходил. И псалмы распевал. А так и не стал. А? Да ведь это никогда не поздно. А? Вот закончу все, что наметил. Покаюсь. И стану. Правда? Ведь и в Писании сказано. На небесах более радости об одном грешнике, кающемся, чем о 99 праведниках. Так что выходит не я, а вы в когтях у дьявола, и нет вам спасения во веки веков. Аминь. Да, зря вы тогда сказали, что ада нет. Вон оно, как все обернулось-то. Вам бы не ботинком тогда моим заниматься. Да что уж теперь назад не воротишь. Я вот что думаю. Многое мне пришлось повидать, где меня только судьба не носила. А я все вас вспоминал, все к вам тянуло. Ах, как хотелось мне хотя бы одним глазком поглядеть, правильно ли я все рассчитал, все ли я сделал верно. Теперь точно знаю, уверен. Мне ведь тогда откровение было, когда я Святое Писание-то съел. Откровение, как Иезекиилю. Во рту сладко стало, слаще меда. И голос будто изнутри. Не бойтесь, говорит, убивающих тело, а бойтесь того, кто может вергнуть душу в гиену. Чудно как-то. Точно чудно. Вот я и перестал бояться. Уверен. Так что нога моя тут совершенно ни при чем. Тут вы ошиблись маленько. Хотя вы мне впервой. Выходит, я прав. Истину говорю. Хромые в ней идут первыми. У вечных созовут на пир. Ибо их есть Царствие Небесное. Как сыч. Чего ты завелся? Кто он такой, в конце концов? Чего я тут должен? Ты что, молчи, придурок. Не дай бог услышать. Дать тебе одно мокрое место останется. Что ты меня пугаешь, а?
Что я тут должен тащиться? Черт его знает, что он завтра придумает, а? Плевать я хотел на него, на его друга детства. Чего стал? Идем толканем. Ну, давай. Давай, взяли. Давай, 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 давай. Ну, вот. Давай, давай, еще чуть-чуть. Да, вот. Руф, слушай, что-то она не заводится. Черт его знает, когда оставлял, все вроде нормально было. Может, поможешь, а? Толканем еще раз. Ладно, хватит прохлаждаться. Пошли. Куда? А машина? Как же машина? А что, я должен на своих двоих? Не скули. Тебе пешком ходить полезно. А машина, машина не проблема. Вон, Длинного спроси. Вставай, чего расселся? Пошли. Нам дороги. Не помешай. Ну, куда ты нас опять завез? Ты посмотри на свои брюки, посмотри на свои брюки. Ведь я же сказала, не надевай светлый костюм. Я не понимаю, какого черта мы тащимся к вашему брату. Джон! Возьми Джун и садитесь в машину. Я не собираюсь сидеть в этой грязной луже до бесконечности. Никуда не поедем, понятно? Мама, давай не поедем, дядя Шеба. Чего мы там будем делать, а? Вы себе не представляете, какой там прекрасный воздух. Прекрасный воздух. Нужен мне ваш воздух? Наверное, опять какая-нибудь дыра вонючая. Ну, хорошо, вы еще подойдете ко мне, мисс, когда вам понадобится завести курс. Что, про одежду? Я не одежду жрать хочу. А я сказал, что ты пойдешь жить. Да. Была бы машина. Ты что, не понял? Скачили. А ты бы пешком перел. Ну, заткнись. Ну, машина, конечно. А ты толстый не выступай, ты один за троих жрешь. Там был штаб самого генерала Шарфа. И древнее кладбище тоже нужно посмотреть. Это очень поучительно. Кроме того, там в доме есть тайник. Я же тебе говорил. Па, поехали туда. Может быть, мы там клад найдем. Па, поехали туда. Может, мы там клад найдем. Па, поехали. Господи, можно хотя бы один уикенд провести спокойно? Нет, ну что вы. Она и за миллион не останется дома.
Ну, давай, давай сюда. Что ты там разглядываешь? Давай. Черт, руки замерзли. Ты, может, мне не веришь. Да нет, руки. Да я же вижу, не веришь. А ведь он же за мной год ходил. Он мне так и сказал, так и сказал. Мне без тебя не справиться, говорит. Ты должен мне помочь, понял, говорит, помочь. Да. Ты слышишь меня? Ага. А, вот так вот. И я ему помог, можешь не сомневаться. Еще? И ублюдку его помог. Понимаю. А он, скотина, даже не расплатился. И даже не расплатился. Когда это было? Он, наверное, уже давно сдох. Ну что? Что, перебор? Да. Нет, я знаю. Не сдох еще. Дай! Я найду его. Должен найти, за ним должок, понял? Он не за все заплатит. Рук, да ты что, он же так просто. Да я просто так пошутил. Ты же сам говорил, Иисус учил прощать долги. Вот-вот, прости нам долги наши. Якои мы прощаем должникам. Ох, как запели. Прям святые. Хоть 10 заповедей вспоминай. Еще. За вами тоже должок. Проиграли, надо платить. Так что вперед! И без жратвы не возвращайтесь. Вставай! Чего расселся? Еще засветло успеть надо. Карта собери. Так что теперь все зависит от вашей мамы. Вы же видите? Мам, мы поехали. Доставьте меня в покое, делайте, что хотите. Ну, пожалуйста. Мама, ну, пожалуйста. Сынок, послушай. Дорога, на которой мы должны свернуть, будет примерно в полумиле отсюда. Майк, а ты уверен, что твой вездеход там пройдет, а? Чует мое сердце, что ваша затея нам очень дорого обойдется.
Вот если бы вы меня послушали хотя бы разок, то как бы не случилось. Но ведь вы считаете, что я ни в чем не разбираюсь? Я же тебе говорила, что нельзя. Господи, за что же мне такое наказание? Ну, если вы такая умница, вы бы стали, да помогали ему ремонтировать машину. Да при чем тут машина? А что при чем? А то при чем, что молодежь не уважает старших. Замолчите вы или нет? Если вы не помолчите хотя бы минуту, я сейчас все брошу! Джонни! И мы отсюда никогда не выберемся! Отлично! Больше вы от меня не услышите ни единого звука! Как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно, ты так себя ведешь? Ты же мужчина и должен держать себя в руках. Твой отец... Мама, я вас умоляю, только не сейчас. Дайте мне лучше термос. Какой я схожу за водой. Термос? Какой да термос? Да вон стоит. Я за водой схожу. Радиатор кипит. Пожалуйста, не кричи. На себе ты. Ты куда? За водой. За водой! Добрый день. Я вижу вас авария. Серьезное что-нибудь? Боб, ну-ка, погляди быстро, живо. Вы уж нас извините. Он у нас большой спец. Так, ага, по этой части. А в чем тут все дело? День добрый. Кто вы такие? Какая разница? Люди, просто люди, все. Да вы не волнуйтесь так. Мы же вам помочь хотим, помочь и только. Но мы вас не просим, верно ведь? Да, пустяки, не стоит беспокоиться. Боб, чтобы делать не добро, не обязательно ждать приглашения. Мамаш, вы бы убрали детей. Боб у нас нервный, они в ногах болтаются, работать мешают. Тише, тише. Вы извините, что надоедаю. А машину вывели или... Машину ведет мой сын, но его сейчас нет, он ушел за водой. А я вас сразу узнал. Вы изгой. Точь в точь, как на фотографии в газете. Да. Да, мамаша, но лучше вам было не узнавать меня. Для вас, для всех лучше. Толстый, иди сюда. Ну, где ты там? Да, я здесь. Сходи к ручью. Помоги-ка воды принести к сынку и парнишку забери. Пусть учится помогать. Ну, давай. Чего ты уставился, а? А то воздух выпущу, быстро похудеешь. Давай, давай, давай. Давай. Мальчик, пойдем со мной, пошли. Что вы с ним будете делать? А куда вы его тащите? А куда вы его тащите? Прошу вас, скажите ему что-нибудь. Куда вы его тащите? Майка, помоги! Ну, сразу видно, не из простых. Я знаю, вы из приличной семьи. Ну, как же так, а? Какое небо, не облачко. Что? Что вы говорите? Правда, солнышко спряталось. А? Зато и облаков небо? Не видать. Да, погода прекрасная. Но послушайте, почему назвали себя изгоем? По-моему, напрасно. Ведь вы в душе хороший человек. Я сразу, как увидел вас, так сразу поняла. Спасибо на добром слове, мамаша. Вы же не станете убивать даму? Не хотелось бы. Слушай, Руф, я, кажется, разобрался. Через полчаса, глядишь, управлюсь. Ну вот и ладно. Будет бегать, как ласточка. А пока возьми ее. Вы не желаете пройти к мужу? Бог вас проводит. Ну, чего ты стоишь? Помоги дамочке подняться. И девчоночку прихвати. Ну, чего ты? Давай, давай, давай. О, черт. Ну, что ты, не мог поаккуратней? Куда мама, их увели? Мамочка, куда у нас видно? Возвращайтесь скорей! Вернуться, все вернутся. Но вы же не сделаете нам ничего плохого. А чего вы можете сделать я плохого? Я знаю, вы из приличной семьи. А знаете, вы могли бы стать честным человеком, остепениться и жить спокойно, не ждать, что за тобой... Кто-то гонится по пятам. Конечно. Правильно сказали. Всегда кто-нибудь за тобой гонится. Но это же ужасно. А вы когда-нибудь молитесь? Ну а как же? Я вон когда-то ходил по дорогам, псалмы распевал. Господи. Господи Иисусе. Что это? Да, мамаша. Иисус перевернул все вверх тормашками. Что это? Прям как Господи. Я. Только он... Зла не делал, а я делал. Это хорошо. Молитесь, молитесь и молитесь. Будем молиться, вот а как если же? Если бы молились, а? Господи,
Господи Иисусе, что это там? Вы же частый человек. Ну, конечно. У вас же не поднимется рука на даму. Вы же не станете стрелять в даму. Я дам все деньги. Мадам, слыхано ли дело, что покойник давал на чай Горбачёву? Стыдно, мамаша. Только Иисус мог воскрешать мертвых, и затем он это зря. Он все перевернул вверх тормашками. Воскрешал. А может, не воскрешал. Что? Что с вами? А? Зря вы меня узнали, мамаша, зря. А может, то, что он говорил, ерунда? Ну, кто? Кто знает, что он говорил на самом деле? Если бы все так было, как он говорил, надо было бросить все и следовать за ним. А может, он никого и не воскрешал? Не знаю, я не был там и не видел, как он воскрешал мертвых. А уж очень хотелось бы. Ой. Вот тогда бы я знал наверняка, воскрешал он мертвых или не воскрешал. Мадам, не хотите ли со мной прогуляться, а? Пойдем. Нет. Пойдемте, мадам. Нет. Вот, я вам помогу. Будь я там, я бы обязательно все вызнал. И, может быть, стал бы нормальным человеком. Ну? Но ведь ты же... Что? Сын мой. Да. Ты же один из детей моих. Да. Да. Мадам, пойдем, пойдем, мадам. Вот, осторожней, смелей. Погода прекрасная. Пойдем, мадам, хорошо. Отлично. Вот, да. Хорошо. Хорошая была женщина, только болтливая. Ага. Ну что, Длинный, убедился, что я слов на ветер не бросаю? А? Я же говорил тебе, что будет у тебя свой автомобиль. М? Thank you.
Ну что, мистер Шепард? Вот я и пришел. Вы, кажется, хотели мне что-то объяснить? А? Не слышу. Чистые сердцем, ибо они Богу зря. Блаженны миротворцы, ибо они будут величины сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны будут, когда будут просить вас и гнать им всячески неправедность Господа. Извините. Велика ваша награда в небесах. Догнали пророков бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем делаешь ее соленую? Вы — свет мира. Может укрыться горы, стоящие наверху горы. Зажегши свечу, ставит ее под сосудом, но на подсвечнике светится в доме. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам,
Да коли не перейдет, не перейдет небо и земля. Ни одна йота или ни одна черта не перейдет из закона, пока не исполнится все, пока не исполнится. Вы слышали, что сказано древними? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду.